команда Ювентус и Севилья. Ювентус в черном, Севилья в белом. Так, Севилья уходит вперед, 4-3.
Что творят? Что за матч? 4-4. Водный рыбак даже перехватить не удается. Вадьбаб, удар! Хороший, плотный. Сколько смотрит, посмотри. Хороший плотный удар, вот это Саев. Сивили начинает атаку. Пас, удар! Дмитрий Иванов! Касанием руки! Владислав прямо отдается назад. Будет удар! Ой-ой-ой-ой-ой! Удар прямо во вратаря. И второй раз Ювентус ведет. То, что чистое время. 54 секунды. Удар Павла по перекладину. Какая ошибка вратаря. Владислав Рява. Нет, точный пас. 22 секунды остается. Не так много времени, чтобы сравнять. Будет тянуть время до последнего. 5, 4, 3, 2, 1 секунда. 0, все. 5-4. Ювентус побеждает этой упорнейшей встрече.